Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саудитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Яно Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатару ашчаки пасинду бевача патитанам пабуне бхавишна бибхьо наму намаха мукам кароти вача ланг пангун ланг хетгирим ятки патам аханг ванде парама ананду мадвам бриндавай тулсиде бхай пиявай кешва сача Шна бхакти паде деви шатта ваттвай намо намаха Нараяна намаскритта нарунчайва нараттама Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кишна катхо падеш Гаурия патрашва пракасане ча Шадануракта гуру бхакти юкта Бхакти Прамодакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхабхагнам Авиштадухам Титас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панатапал Бхавад Дипутам Банде Махапурушати Чаруна Равиндам Ят Пада Паллавана Качандамани Чатая Биспуриджи, такима пигапа вадушва дарши, Пурнанурагра сасагра сарамуртихи, Сарадхикамай када кипам кароси. Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита бхужоу канака бодато Шанкиртаной капитаро камала хютакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Таба Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Муктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавануруппенна сада наранам Ганга таранга раманийя жата калапам Гаури нирантара бибушихи тобам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Баги саджушо бадане лакшмир жасча бхакшаси ясьясте хиде самбид твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе. Саңсара дукша жаладхо патитасша кама
Крадхадинакрамакарикабаликитасья, Дурвасана нигрутасья ниясеясья, Чайтанна чандо падавалламана. Сансару синдху, сансару. This material life, сансару синдху жаладу патитасья. Крадхади накрама карай кабаликат китасья, дурвасана нигаратасья нирасаясья, чайтаннаси чайтанна чандамама аваламмана, чаранаваламмана. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта, Сарасвати Госвами Дакур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал. It is far better to deliver a bonded soul than to make crores of hospital in the material world. Гораздо лучше освободить обусловленную душу, чем создать бесчисленное количество образовательных центров, больниц и так далее. Than this, to deliver a bonded soul. It is almost impossible. На самом деле это практически невозможно. Практически невозможно освободить обусловленную душу. Поскольку обусловленная душа не хочет блага для себя. Она воспринимает благо как то, что убивает ее в действительности. Она думает, что она разрешает свои проблемы, но тем самым она лишь привлекает проблемы в свою жизнь. Это можно сравнить с прыжком с горящей с раскаленной сковородки в огонь. Разве боль уменьшится, если прыгнуть в открытый огонь? Итак, своими собственными усилиями или при помощи окружающих невозможно избавиться от проблем, от боли, которую претерпевает обусловленная душа. Прахлад Махарадж сказал, что своими собственными усилиями невозможно разрешить проблемы, возникающие в жизни обусловленной души, точно так же, как невозможно это сделать при помощи окружающих, таких же обусловленных людей. Материалисты даже дают клятву, которая называется «Гриха-врата». Мы будем счастливо жить семейной жизнью, будем наслаждаться, накапливать материальное богатство. В век Кали ценятся те, кто накопили достаточное количество богатств. В век Кали деньги решают все. Если у человека есть деньги, он автоматически получает положение. Дхарма, адхарма, что есть правильно, а что неправильно, решает наличие денег. Сейчас все можно купить за деньги.
Один преданный, богатый преданный, который носит одежду преданного, сказал, что мы можем купить преданных. И другой, ачарья, подтвердил, что да, действительно, мы можем подкупить людей, подкупить кого угодно. Как я говорил вчера, Майявадия внедряются в общество преданных и оскверняют его. Когда у человека есть деньги, есть люди, никто не может противоречить ему. Он может разрешить любые проблемы. Век Кали. Повсюду коррупция. Итак, джива, обусловленная джива, не может осознать славу Гауранги Махапрабху своими собственными усилиями. Люди в этом мире заинтересованы делать что-то, лишь если они понимают, что они обретут за это. Прабхупада объясняет, что время на самом деле есть парамартха. В тот момент, когда вы осознаете хотя бы что-то о абсолютной истине, вы сразу же отбросите все и начнете совершать хари-баджан. Вы не будете тратить ни секунды своего времени напрасно. То есть в тот момент, когда вы осознаете абсолютную истину, вам перестанет быть интересно то, что окружает в этом материальном мире. Прабхупад говорит, что гораздо лучше освободить одну обусловленную душу, чем открывать огромное количество больниц, школ, институтов. Прахлад Махарадж говорит, «О Бхагаван, я не боюсь твоего устрашающего облика, но я боюсь материального мира». Я боюсь материальную самсару. Она опасна. Гуру и вайшнавы испытывают боль, видя страдания, обусловленные дживы. Лишь гуру и вайшнавы могут пролить милость, подлинную милость на обусловленную душу, чтобы и освободить ее из оков материального мира. Хотя окружающие, другие обусловленные дживы могут испытывать сострадание к обусловленной дживе, к ее страданиям, тем не менее они не могут даровать подлинную милость. Я погружен в материальный океан, и крокодилы кусают меня. Крокодилы сравниваются с камой, кротхой, мацарей. Шесть анартх, от которых страдают живые существа. У нас шесть врагов.
Мы ищем их снаружи, но в действительности они в нас. Вы сами, говорит Бхагаван Шри Кришна в Гите, вы сами являетесь своим злейшим врагом. Но когда вы начинаете совершать харибаджан, ум не позволяет вам делать этого, но он всегда готов наслаждаться. Как мы можем обрести твои лотосные стопы? Есть лишь один процесс, при помощи которого это возможно. Слушание харикатхи от чистого преданного. Но нам это не интересно. У нас есть столько важных дел, которыми необходимо заниматься. Но Прабхупад и вся наша Гуру Варга говорит, что слушать харикатху из лотосных уст чистого преданного — то же самое, что встретиться с Господом, с Бхагаваном. Это говорит Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Воспевание, точно так же воспевание святого имени, чистого Харинама, то же самое, что встретиться с Господом. До тех пор, пока вы не обретете полную милость Гуру Вайшнавов, умастив свою голову пылью с их лотосных стоп, ваш ум не исправится, не изменится. Прахлад Махарадж говорит, материалист, обусловленная душа, не может постичь Верховного Господа, не может понять Его. До тех пор, пока вы не предадитесь, пока вы не склонитесь головой к лотосным стопам гуру и вайшнавов, пока пыль с их лотосных стоп не умастит вашу голову, как говорит народ Амдастакур, одна пылинка с лотосных стоп чистого преданного гораздо более ценна, чем бесчисленные материальные миры. Никакое украшение не сравнится с пылью с лотосных стоп чистого преданного на моей голове. Это пишет народ Амдастакур в своем киртане. Вайшнава Чарана Рену. Но что делаем мы? Мы не придаем значения этому. Общество преданных больно в наши дни. Главный вопрос, главный,
мы должны сейчас искать того, кто стремится обрести лотосные стопы Господа, кто хочет этого. Прежде мы должны смотреть на преданных с такой точки зрения, хочет ли он Господа или не хочет. Когда есть потребность, есть и удовлетворение этой потребности. За потребностью следует ее удовлетворение. Прабхананда Сарасвати Пад пишет: шесть моих врагов — Кама, Кротха, Мацарья, подобно крокодилам и другим хищникам, кусают меня, окружают меня, а мне хорошо, я чувствую себя нормально. Таков уровень моего сознания. У меня есть какая-то сумма в банке. И все у меня в порядке. Таков наш баджан. В моем сердце нет места для Нитьянанды и Гаурангии. Мне некуда пригласить их. В сердце все осквернено. Все занято Аньябилашем. Я беспомощен. До тех пор, пока человек не поймет, что он полностью беспомощен, он не примет прибежище чистого преданного по-настоящему. Да, он может принять дикшу, может наносить на свое тело тилаку, носить малу в руках. Я написал одному обществу, которое оскорбили вайшнавов, что вы же не знаете, не понимаете, что такое дивья гьяна. Вы не знаете, не обладаете даже материальным пониманием знания. Что ж, как вы можете говорить о нашей Гуру Варге? Оскорбление Гуру Варги приводит к кончине. Итак, наши молитвы не достигают Господа, не достигают Бхагавана. Если же Вриндаван Дас Такур, Прабхупад или Бхактивинод Такур, чистые преданные, помолятся за нас, в таком случае Бхагаван обязательно обратит внимание на мою мольбу. Если я буду обращаться к нему напрямую, он не услышит меня, потому что я материален. Мое тело материально, мой ум материален, мой интеллект. Лишь чинмоя атма, моя душа, трансцендентна. Но все, что окружает ее, материально. Для того, чтобы обрести связь с трансцендентным, мне необходимо подняться на этот уровень. Какая-то материя не может разговаривать со мной. Я не могу разговаривать с материей. Материя не может говорить. Так вот, я материален. Как же я могу взаимодействовать с Бхагаваном? Как я могу общаться с ним? Для этого нам необходимо возвыситься до трансцендентного уровня.
И тогда наше общение с Господом, общение с Его преданными станет возможным. Бхагаван апракрита, а мы обусловлены. Но вы же только, мы же только что говорили о том, что гуру и вайшнавы также относятся к категории апракрита. Они тоже трансцендентны. Как же тогда мы можем вступать во взаимодействие с вайшнавами? Как они могут услышать наши молитвы? На это Джива Госвамипад пишет. Шуда, гуру и вайшнавы, махапураши, великие личности, чистые преданные, постоянно заняты бхаджаном. И когда они освобождают обусловленную душу, они тем самым совершают бхаджан. Я говорил как-то раз о том, что один преданный Вамана Госвами Махараджа жаловался: «Махарадж, мы тут якобы проповедуем, но на самом деле тратим время. Это совершенно неплодотворная почва. Здесь никто не дает пожертвований. Нет тех, кто мог бы поехать с нами, жить в Матхстав, в Брамачаре». И Вамана Госвами Махарадж сказал: «О, ты думаешь, что наша проповедь — это пустая трата времени? А я думаю, что проповедь не отлична от Харибаджана, что Харибаджан — это и есть проповедь. Я думаю, что рассказывать Харикатху, освобождать обусловленные души и есть мой баджан. А ты думаешь, что проповедь — это пустая трата времени? В этом наша разница. Я не собираюсь рассказывать Харикатху для того, чтобы собирать лабху, пуджу и пратиштху. Я делаю это для того, чтобы достичь лотосной стопы моей гуру варги. Тем самым я доказываю, что я собака моей гуру варги. А если ты обладаешь, если твоя точка зрения такова, тебе лучше вернуться домой и жениться. Представители нашей гуру варги Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж и другие великие вайшнавы общались с обусловленными душами, они разговаривали с ними, и нам кажется, что в это время они тратили свое время, но это не так, это одна из составляющих их баджана. В киртане сказано, что тот, кто совершает харибаджан, очень разумен. Их разум не такой, как у вороны или стервятника. Наш разум подобен им, подобен воронам, подобен стервятнику. Их разум трансцендентен. Они прекрасно знают, как освободить обусловленную душу. Вы когда-нибудь видели, как ловят рыбу рыбаки? Они часами сидят с удочкой. Если бы они проявили такое терпение в Харибаджане, они достигли бы многого. И точно так же гуру и вайшнава ловят рыбу. Все мы рыбы в отношении этого. Они ловят нас на крючок и приводят в Харибаджан. Сама по себе обусловленная душа не склонна совершать баджан. Она привлекается хорошим просадом, хорошим устройством программ.
И вайшнавы делают это для того, чтобы привлечь обусловленные души. Как Бхактивинод Такур, он устраивал раса киртан для того, чтобы привлечь обусловленные души. Те, кто присутствовали там, думали, что Бхактивинод Такур слушает этот киртан, но на самом деле он не находился на материальном уровне. В то время он был где-то в трансцендентном мире. Ради тех, кто впустую тратит свое время, он устраивал этот киртан, чтобы заблудшие, обусловленные души обрели возможность прикоснуться, чтобы привлечь обусловленные души. Итак, гуру и вайшнавы строят огромные храмы, устраивают большие пиры. С этой целью. Однажды Гауру Кишор Дас Бабаджи Махарадж отправился, переплыл на ту сторону и объявил: в Майпуре будет огромный пир, все вы приглашены. Затем он приехал сюда с утра. С утра начался киртан, но никаких приготовлений к пиру не было. Все стали, то есть гости прибывали, но не было пира. Уже 3 часа, 4, они стали волноваться, где пир. Наступила ночь, и тогда уже ночью Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж пришел с сахаром и стал всем его раздавать. И все удивились, где пир? Вы же обещали пир. Он говорит, харикатха — это пир. Харикатха, которая звучала здесь, это и есть пир. Так подшутил Гуру Кишор Дас Бабаджи Махарадж. Итак, вайшнавы расставляют ловушки, в которые попадают обусловленные дживы. Кто может понять сиддханту Шрилы Прабхупады? Джива Госвамипад говорит, гуру и вайшнава трансцендентное. Но подобно как в Сандарбхе Джива Госвамипад говорит, как во сне, когда мы наблюдаем разные действия, нам кажется, что это действительность. Во сне кто-то может убить нас, кто-то любить. И Джива Госвамипад говорит, что те, кто погружены в Харибаджан, они для того, чтобы освободить обусловленные души, не откладывают баджан в сторону. Патит паван — это тот, кто спасает обусловленные души. И подумайте сами, что если Патит Паван, Гурудев, теряет свой собственный баджан ради того, чтобы помочь обусловленным душам, сам при этом падает. Много подобных случаев происходит, что саньяси для того, чтобы якобы помочь какой-то обусловленной дживе в форме девушки, падает, привлекаясь ей. Итак, Патит Паван — это тот,
кто, не опускаясь, может, не падая со своего уровня, может помочь обусловленной душе. Но если же, пытаясь помочь обусловленной душе, он падает, он не является патитапаваной. Патитапаваной можно назвать только того, кто никогда не падет со своего положения. Ни Бхагаван, ни преданные Бхагавана не подвержены падению. Итак, как сон, который кажется нам реальностью, нам может присниться, что наша мать страдает, что она в нужде, она голодает. Из этого мы можем заплакать, расплакаться. Испытывать боль от этого. Также, когда гуру и вайшнавы видят, с какой болью сталкивается обусловленная душа, не меняя своего положения, не падая, гуру и вайшнавы проливают милость на страдающую душу. Они не теряют энергии, которую получают от Господа. И помогают падшим душам. Если вы хотите вытащить из воды тонущего, нужно схватить его за волосы, иначе, если вы возьмете его за руку, он может и вас опрокинуть в воду, то есть стащить в воду. Чистые преданные находятся в постоянной связи с трансцендентным миром. Чистые преданные находятся в постоянной связи с трансцендентным миром, и в то же время он видит боль и страдания обусловленных джив. Именно поэтому они могут помочь нам выйти из-под оков майи. Только они могут помочь нам. Нет другого способа. Итак, взгляните, какова милость Гауранги Махапрабху. Кто бы стал освобождать Майявади? Если не Махапрабху. Майявади постоянно цитирует этот стих. Махапрабху отбросили свои собственные интересы и подвергли себя
и бросились в огонь, чтобы спасти падшие души. Об этом мы поговорим, об этой шлоке, и об этом мы поговорим вечером. В этой шлоке говорится, насколько они удачливы, приняв такой образ жизни, и прославляют Майявада Веданту, считая, что она спасет их. Но Майявади пренебрегает лотосными стопами Господа. Благодаря тому, что мы сейчас будем читать, вы поймете, насколько велико сердце Вриндаван Дас Такура, насколько глубоко его сострадание. Мы хотим в действительности, чтобы гуру и вайшнавы пнули нас по голове. Мы хотим получить пыль с их лотосных стоп. Я не хотел, никогда не хотел получать почтение от чистых преданных. Наоборот, я ждал, чтобы они ругали меня, чтобы они наказывали меня, били меня. И я бы никогда не хотел такого несчастья для себя, как прославление. Что, я бы никогда не хотел, чтобы вайшнавы прославляли меня. Это слушать прославление в свой адрес из уст чистого преданного очень опасно. Смирение — это не так-то просто. Просто говорить о нем легко. Но применить это на практике крайне сложно. Взгляните на смирение Бхактипрамод Пури Госвами Махараджа. Когда заходил в его комнату ребенок, ему было уже много лет, он даже не видел, кто заходит, но от одного звука, от того, что кто-то вошел, он складывал руки в поклоне, предлагая ему поклон. Я сейчас не рассказываю какие-то истории, это правда. Нам нужно подтверждение всего, и Шрила Бхакти Валабхатиртха Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Виган Бхарати Госвами Махарадж давали нам свидетельство этого. Шрила Бхакти Пранд Пури Госвами Махарадж выражал почтение каждому. So, Vrindavan Das Thakur Mahasaya has so humble attitude, even I can say, Итак, Вриндаван Дас Такур Махашая настолько смиренен и настолько милостив, что подобной милости не найти нигде. На протяжении двух дней мы обсуждали эту шлоку Аджан Ламбита Буджол. Затем мы перешли к этой шлоке. Вчера я начал эту шлоку.
Мне говорится, что Бхагаван преисполнен всех рас. Он полон рас, он источник всех рас. Какой бы расой, даже в материальном мире, мы не наслаждались, они исходят от Бхагавана. В Гите есть шлока. Которая это объясняет, и мы поговорим о ней позже. Махапрабху полон расы, и он распространял ее. Без расы никто не хочет жить. Даже насекомое, даже комар стремится к удовольствиям. Он стремится пить кровь. А свинья, когда мусульмане ловят ее для того, чтобы зарезать, свинья начинает кричать, визжать. Тогда они берут горячую палку и пронзают все тело свинье. Очень жестоко. И из этого свинья умирает. Так живут мусульмане. Вриндаван Дас Тхакур заключает, что в этом мире никто не хочет жить без наслаждений, без расы. Комары, пауки, ящерицы — все стремятся к расе. Мыши стремятся найти что-то вкусненькое. Тем не менее, подлинная раса исходит с трансцендентного мира. Возможно, доступна в трансцендентном мире. А материальная раса — это перевернутое отражение трансцендентной расы. В Упанишадах сказано «раса вайсаха». Махапрабху — это воплощенная раса. Нам сложно поверить, но Бхактивинода Тхакур молился расе. «Раса, благослови меня». Он, Бхактивинода Тхакур, видел сварупу расы, но мы себе ее представить не можем. Он молил ее: «Пожалуйста, раса, пролей на меня милость». А материальная раса затащит нас в ад. Definitely, 100%.
Итак, раса вайсаха. Раса эвахи аям. Аям мин in front of аям. Раса эвахи аям. Лабдхананди бхавати. By getting раса from that source, everybody enjoy раса. Все прямым или косным, все получают расу, все стремятся к ней и не могут жить без наслаждений. Для тигра раса является свежая кровь, свежее мясо. Вриндаван Дас Такур пишет, что так как Бхагаван является расиком, он стремится наслаждаться с дживами обменом разных рас. Кто такой расик? Тот, кто пьет алкоголь, считается пьяницей. Тот, кто пьет расу, тот расика. Nitai Gaurango Advaita Shiva. And all they are dancing, singing, and all rasa flowing everywhere. In this Mayapur. Maybe some traction, but same. Преданные во время Махапрабху танцевали, пели, и раса витала в воздухе. Об этом поется в этом киртане. На Гору Пурниму мы будем совершать киртан здесь. Если мы достигнем совершенства, достигнем зрелости, мы даже сегодня сможем услышать этот киртан, который звучал здесь, когда проходили непосредственно лилы Махапрабху. Но в настоящий момент мы видим в Дхаме лишь отели, хотели. Теперь мы переходим к шестой шлоке. I like to pay my prostrate dandavat unto the lotus feet of those. Я хочу, я предлагаю свои поклоны вечным спутникам Гауранги. Прежде всего, я предлагаю поклоны им, говорит Вриндаван Дас Такур. From heart, I'm going to pay dandavat pranam. I'm going to pay pranam because Bhagavan and Bhagavan Nam, Dham, Parikar, Vaishishtha, Bhagavan, его святое имя, Дхама, его преданные, его спутники, парикары, не отличные от самого Господа. Все они представляют собой одну единую татву.
Бхагаван не может жить без своих преданных. Единая Адвайя Гьяна Татва. Единство и разнообразие, разнообразие в единстве. Майявади считает, что татва одна, что она едина, что шакти-татву мы принять не можем, поскольку тогда в силу вступит двойственная концепция. Но вечером мы поговорим о том, насколько милостив Чайтанья Махапрабху, ведь кто бы еще стал освобождать Майявади. Философия Майявади настолько сильна, они и Майявади, и сами ее последователи настолько верят в нее, что изменить их практически невозможно. Итак, прежде всего, Вриндаван Дас Такур предлагает поклоны Адвайя Гьяна Татве Махапрабху и его преданным. Сердце книги, сердце Кришны. Эту книгу необходимо читать всем и каждому. Тогда вы осознаете сердце Господа. Я написал недавно одну статью «Иштагоштхи», в которой я постарался по милости Прабхупады Бхактисиддханта Такура объяснить значение «Иштагоштхи», что вы подразумеваете под «Иштагоштхи». Необходимо опубликовать ее вновь, потому что люди, как правило, не обращают внимания на новые свежие публикации, поскольку они заняты своими делами. Как понять, совершаем ли мы иштагоштхи? Если люди просто собрались вместе и о чем-то говорят, это еще не значит, что проходит иштагоштхи. Прежде всего, необходимо понять значение этого термина. Мы приглашаем кого попало и оскверняем тем самым среду. Почему я так избирателен перед кем рассказывать харикатху? Потому что у меня есть прямой опыт того, как все может оскверниться из-за присутствия. Недостойных. Из-за присутствия тех, кто не должен находиться, не должен присутствовать. Я рассказывал харикатху в Дели, Панджабе, Джамму. А потом они выразили несогласие с тем, что я говорил, потому что даже старшие преданные сказали, что «Махарадж, прежде мы такого никогда не слышали». Но при чем здесь я? Я не говорил ничего нового. Я рассказывал Сиддханта Вичар Прабхупады.
preaching of this Siddhanta Vicharism, Rasatattva preaching is not possible. Rasatattva is not a matter of preaching at all. Bhaktivinoda, not at all, not at all, not at all. Rasatattva is not a matter of preaching. Not at all a matter of preaching. Preaching, if you are powerful, if you have your power, а что такое проповедь? Если у вас есть сила, вы будете проповедовать чистую сиддханту для того, чтобы люди при помощи нее достигли более высокого уровня. Итак, что такое ишта? Это объект, которому мы поклоняемся. Наш мой иштадев — это Гауранга. Ваш иштадев — кто это? Гауранга или деньги? Да, если у вас единый объект поклонения, если это Гауранга, объединившись, вы сможете провести иштагоштхи. Object of worship is same, identical. Second, all your mood is almost same. Итак, прежде всего, должен быть один объект поклонения. Во-вторых, необходимо схожее настроение. Не так, что один идет влево, другой идет направо. Один идет налево, другой идет направо. То есть, когда один идет на юг, другой идет на север, то есть имеется в виду, когда открытые противоречия. То есть те, кто совершает баджан искренне, у них могут быть слабости, и они не скрывают их, они честно признаются в них. Иштагоштхи возможны и между ситха-махатмами, то есть между совершенными личностями. Как это было в играх Махапрабху? Почему Махапрабху не позволял никому принимать участие в чтениях, которые проходили у Махапрабху, Рай Рамананды и если я не нахожусь в линии с моим Гуру Пада Падмой, я не смогу совершать иштагоштхи. Да, могут быть различия между преданными, но не должно быть полной противоположности в настроениях. То есть невозможно провести иштагоштхи с тем, чьи цели полностью противоположны моим, или с тем, кто неискренен. Итак, Вриндаван Дас Такур говорит, что он предлагает поклоны прежде всего. Спутником Гауранги Махапрабху он подчеркивает их возвышенное положение при помощи слова «гоштхи». Затем Вриндаван Дас Такур Махашай говорит: я выражаю почтение
Я предлагаю свои поклоны с полным почтением. Сам Бхагаван говорит, что положение моих преданных выше, чем мое положение. Табе на бенгале означает затем. Предложив свои поклоны спутникам Гауранги, я приступаю к прославлению Шри Кришны Чайтаньи Махешвара. Как правило, Махешвара называют Махадева. Маха-Ишвар. Он самый могущественный среди полубогов. Даже Брама, Махешвар превосходит даже Браму. Маха означает «великий». Маха плюс Ишвар. And Maha, we can say, if there is highness, Mahan. This Maha, I can derive this word Maha from Mahan. Also, I can do as per Sanskrit grammar. I can do Maha. I can derive from Mahan. В соответствии с санскритской грамматикой, Маха происходит от Махан. Ты настолько велик, что готов обнять весь мир. То есть это говорит о милости. Махадев очень милостив. Даже такие глупцы, как я, могут получить милость Шивджи Такура, лишь поклоняясь ему с листьями Бела. Но в этом стихе Вриндаван Дас Такур использует слово «Махешвар» в отношении Чайтаньи Махапрабху, поскольку такой милостивой инкарнации. То есть это очень и очень редкая инкарнация Господа, настолько милостивая. Его сердце плавится, видя страдания обусловленных джив. Видя больного лепрой, он стремится помочь ему, исцеляет его. Золотая аватара Господа, милостива ко всем и каждому. Гоура — моя конечная цель, моя высшая цель, мое конечное прибежище. Мне не нужно никакое другое прибежище, кроме лотосных стоп Гоуры. Мир наводнен. Наводнен премой, но я настолько жестокосерден, что према не касается меня. Это пишет Прабхадананда Сарасвати Пад.
Нитьянанда настолько милостив, он плачет. Как в поле какая-то часть орошается, а какая-то где-то засуха. И Нитьянанда, видя это, изменил канал, по которому поступала вода, то есть изменил направление канала, по которому поступала вода, так, чтобы и почва, которая нуждалась в воде, получила ее. Нитьянанда настолько милостив. Он сам Господь, но он зажимает соломинку в зубах и просит всех и каждого совершать баджан Гоура Хари. Во всей истории человечества никто не проявлял такой милости. Его милость бесконечна. Каруна Нитьянанды и Гауранги бесконечна. Но мы не принимаем ее. Итак, это милостивая инкарнация Господа пришла в Навадвипа-дхаму. Несмотря мы знаем, что вечное имя Господа Вишвамбар, Гауранга, Кришна Чайтанья, но в соответствии с лилой по желанию Нилабара Чакраварти, дедушки Махапрабху и его отца, его назвали по-другому. Когда ребенок рождается, ему подбирается имя. Это определенная одна из самскар. Нилабар Чакраварти и Джаганнат Мишра размышляли, как бы назвать этого мальчика. Цвет его тела подобен расплавленному золоту. Женщины начали предлагать имена. Шачимата сказала: «Я бы назвала его Нимай». Все мои дети оставили этот мир. Ямарадж призвал всех моих детей. Только Вишваруп, и вот он родился. Поскольку он родился под деревом Нима, Ним горький, поэтому давайте назовем его Нимай. Может быть, тогда Ямарадж не захочет забрать его. Кто-то еще какие-то предложения, предлагал еще какие-то имена. Кто-то предложил назвать его Гоур. Но в конце концов, Нилабар Чакраварти Такур и Джаганнат Мишра сделали вывод,
что в соответствии с временем его рождения, в соответствии с его гороскопом, этот мальчик будет поддерживать весь этот мир. Поэтому почему бы не назвать его Вишвамбар? Вишва плюс Бар. То есть тот, кто поддерживает весь мир. И именно это имя выбрал великий пандит. Дедушка Махапрабху. This way Gauranga, Vishwambar, finally after taking sannyas, Mahaprabhu himself wanted to give this name to Keshabharati. You hear, actually in dream some mantra I got, sannyas mantra. Is it true or not? Махапрабху, когда пришел Кешавабарати, он спросил, я услышал одну мантру во сне, не мог бы ты подтвердить, правильно мантра или нет? То есть, насколько разумен Бхагаван? Прежде всего, он произнес ее, таким образом, дав ее Кешавабарати, а затем он услышал ее от него. Это говорит о том, что вначале Махапрабху дал саньясу Кешавабарати, а люди думают, что он получил ее от него. Даже имя. Он и имя тоже сказал. Вот имя я тоже услышал. Хорошее имя. Вот приснилось мне оно. Шри Кришна Чайтанья. Да, очень хорошее имя. Так мы тебя и назовем. Настолько разумен Бхагаван. Information we can get, but time is very limited. So, tobe bandhu, Sri Krishna Chaitanya Maheshwara, Navadvipa avatar, nam Vishwambara. By this word, Vrindavan Das Thakur Mahaswaya wanted to indicate. Two points. One word, I already explained that Maheshwara. Maheshwara, you already, Masami? Итак, я уже объяснил значение имени, значение Махешвар. Оно подчеркивает, что милость Махапрабху достигает, не имеет границ. Что он самая милостивая инкарнация. И Навадвипа Дхама — самая милостивая Дхама. Если вы совершите какие-то апарадхи, находясь во Вриндаване, результаты не заставят себя ждать. Но здесь, в милостивой Навадвипа Дхаме, многое прощается. Как мы знаем, Дхама и Бхагаван не отличны друг от друга. Несмотря на то, что мы... То есть и поэтому Навадвипа Дхама не отлична от Гауранги Махапрабху. И Навадвипа Дхама. Одно из имен Навадвипа Дхамы — это... Нила Дхама. Итак, Навадвипа Дхама — это самое высочайшее место во всей Вселенной, не только в Индии, не только в этом мире,
Но в бесчисленных мирах Навадвипа Дхама занимает высшее положение. Тем самым Вриндаван Дас Такур указывает, что Гауранга, Махапрабху, Шри Кришна Чайтанья, Вишвамбар, Махешвар и в то же время Навадвипа Дхама, высшая Дхама. Все Дхамы представляют собой Бхагавататтву. Тем не менее, в отношении милости Навадвипа занимает высшее положение. На этом мы остановимся. Завтра мы продолжим. Мы настолько удачливы, что сейчас время Навадвипа Дхама Парикрамы, а мы наслаждаемся обсуждением книги Вриндаван Дас Такур Махашая под руководством Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Такура. Это и есть настоящая парикрама. Вы достигаете лучших результатов, высших результатов парикрамы. Я обещаю, что это так. Если вы можете во время харинама совершайте парикраму по святым местам. Но, конечно же, для этого необходима определенная энергия. Если ваш ум не может сосредоточиться, ничего не выйдет. Если вы можете наставить свой ум на это, если вы можете контролировать свой ум, тогда во время харинама вы будете совершать парикраму по Навадвипа Дхаме. Наша Гуруварга, у нашей Гуруварги не было времени совершать парикраму, тем не менее, они совершали ее в уме. И этому я научился от них.